Полезные программы. View Extreme поможет вам нарисовать ландшафт. Данная программа аналогична геоконтролу, только здесь вы рельеф выдавливаете и лепите. Как и в прошлом видео, я не буду вникать в детали и опишу лишь самое важное. Запустив данный софт, создайте пустой проект. Нас все это не интересует. Нам нужна лишь одна кнопка. Вот эти горы. Кликнув ее, мы создаем ландшафт. Кликнув по нему два раза, мы откроем следующее окно. А вот здесь мы можем рисовать. Справа вверху есть вкладка Paint, нажав на которую, увидим различные инструменты. Это выдавливание, сглаживание, растягивание и прочее. Ниже режим работы. Лопата заставляет ландшафт расти или углубляться. Перо позволяет заранее выбрать участки карты, которые нужно будет преобразовать в геометрию. Снежинка – режим блокировки. Места, окрашенные с ее помощью, не будут подвергаться деформации. Ну и последний столбик – это настройки кисти, диаметр, скорость подъема, наивысшие точки и ее границ. Бегло о левом столбе. Почти все кнопки обозначают шаблоны для холста. Если вы хотите полностью все стереть, жмите первую кнопку. Если хотите стереть только свои 3D-слои, то вторую. Все, для азов этого будет достаточно. Теперь последнее и самое важное. Как экспортировать уже готовый ландшафт в Terrain Generator? Для этого жмем эту кнопку и сохраняем проект как BMP изображение. И вот уже в генераторе диспов мы видим, как сохранился проект из View Extreme. Осталось лишь сохранить VMEF карту и радоваться жизни. На этом все. Удачи, тамадачи!